Всем привет, ребята! Сегодня, в общем-то, будет такое небольшое информационное немножко видео на моем канале. Не хотелось бы назвать его подкастом, потому что это не совсем подкаст. В этом видео просто хочу поделиться с вами расписанием видео, как, в общем-то, расписание будет на ближайшее время, на, в общем-то, лето, которое уже скоро подходит к концу, уже 21-8 число сегодня. Скорее всего, этот ролик выйдет именно сегодня. В общем-то, что я вам хотел сказать? Сейчас лето, как бы, куча своих дел, куча своих планов, поэтому я решил, что видео будет выходить через день, скорее всего. Это будет выходить видео обычно мои обзоры еды, и, возможно, помимо них будут выходить еще немножко нестандартные ролики на моем канале. Это будет, скорее всего, ну, не то что неинтересно, но непривычно основной моей аудитории. Но просто посмотрим, пока спойлерить ничего не буду. Ближайшие, я не знаю, может быть, сегодня даже выйдет один ролик, о котором я говорю. В общем, все увидите. Ну а видео, как я сказал, будет выходить уже через день, потому что куча своих планов на лето, куча, в общем-то, дел, которые необходимо сделать. Возможно, будет у нас скоро конкурс. Будет конкурс, как всегда, на вкусняшки с сайта eBay. Так что, в общем-то, ждем, участвуем. И побеждаем. В общем, вот такое вот коротенькое видео. Не знаю, просто хотел вас немножко, так сказать, уведомить о расписании видео, ближайших планах и так далее. Ну, а на этом все. Всем удачи. Всем пока.